Что мы знаем о Циолковском? Жил такой человек в Калуге, предсказал космическую эру и ракетостроение, сконструировал и рассчитал многое, от принципов космического лифта до поездов на воздушной подушке, спутников и освоения человеком космоса. Но жизнь Константина Циолковского выдалась не только продуктивной и длинной, но и отчаянно несчастной. В ней были космические озарения и космическое отчаяние. Константин Эдуардович был универсальным мыслителем. Он написал много работ в самых разных областях – от физики, математики, инженерных расчетов до научной фантастики, теософии, философии и социальной антропологии. Можно сказать, что он был мистиком и эзотериком, увлекался Евангелием, хотя никогда не был близок к позиции официальной церкви и считал себя материалистом. Ух ты! Какая красота! Вселенная перед нами! Миллионы световых лет отделяют нас от них, но мы их видим и познаем. Чудо! И все-таки мы, люди, должны готовиться к полету в эту звездную вселенную, готовиться, не покладая рук. Я верю в мощь человеческого разума и не боюсь этих несоизмеримых пространств. Он состоялся вопреки обстоятельствам. Он был глух и осознавал это как собственное уродство. Болезнь закрыла для него возможность образования. Он не мог слушать лекции, оставалось лишь самообразование. Он был несчастливо женат и одинок в семье. Он сталкивался с неверием окружающих, неприятием коллег, презрением ученых. Но все это его не остановило. Бедный, нуждающийся учитель в перелицованной одежде, он поднимался в свою светелку и, когда писал, конструировал, думал, был поразительно свободен. В начале XIX века дед Константина, Игнатий Циолковский, переехал под Ровно, где в 1820 году у него родился сын Эдуард. В 14 лет Эдуард стал студентом лесного института в Петербурге, по окончании которого лесничествовал в Вятской и Рязанской губернии. Там он встретил 16-летнюю Марию Юмашеву, дочь небогатых помещиков, на которой женился. У Циолковских было 6 сыновей и дочь. В автобиографии Константин охарактеризовал отца как человека холодного, сдержанного, умного и честного. Дети его боялись. Мать, по воспоминаниям сына, была красавицей, пылкой, гордой и даровитой. Константин считал, что в наследство от матери ему достались таланты, а от отца – сила воли. 17 сентября 1857 года у Марии и Эдуарда, которые жили тогда в селе Ижевском Рязанской губернии, родился сын, которого назвали Константином. Появился новый гражданин Вселенной. Так Циолковский напишет об этом событии в автобиографии. Читать 7-летний Циолковский научился сам, по сказкам Афанасьева. Мать поощряла учебу и давала ему по копейке за каждую запомненную букву. А вот как складывать буквы, Константин догадался сам. В 10 лет, катаясь на салазках, простудился. Болезнь переросла в скарлатину, и он оглох. Болезнь стала причиной его одиночества. Он отдалился от всех и замкнулся, тяжело переживая свое увечье. Но глухота стала и причиной его внутренней сосредоточенности на работе. «Глухота – ужасное несчастье, и я никому ее не желаю. Но сам теперь признаю ее великое значение в моей деятельности, в связи, конечно, с другими условиями», – говорил Циолковский. В 1868 году, когда мальчику было 11, отец подал прошение на перевод в лесное отделение Вятки. В 70 году умерла мать, которую Костя очень любил. Умер и любимый младший брат Игнатий. Учиться в школе глухому мальчику было непросто. Он почти не слышал учителей. Поэтому в университет путь был тоже заказан. Слушать лекторов и отвечать на семинарах он не мог. Оставался один путь – заниматься самому по учебникам математики и естествознания еще отцовских времен. С этого времени к нему прилипла обидная самоучка. В июле 1873 года Циолковский-старший принял решение отпустить Константина в Москву. Может, он придумает, как применить свои способности.
Отец обещал ему помогать 10-15 рублями ежемесячно. Так сговорились, и Константин уехал. 3 года Константин Циолковский прожил на хлебе и воде. Чай и картошка были ему не по карману. В булочной раз в 3 дня он покупал хлеба на 9 копеек, а оставшиеся деньги тратил на книги, приборы и химические препараты. Чтобы купить цинк, серную кислоту, ртуть и спирт, он продал теплые носки. Он много читал, не только ученых, но и писателей. Толстой, Тургенев, Писарев особенно нравились ему. Для бесплатных занятий он облюбовал Чертковскую библиотеку, куда бесплатно пускали всех. За вход в библиотеку Румянцевского музея приходилось платить. В Чертковской библиотеке на долю Циолковского выпала первая большая жизненная удача. Он познакомился с московским Сократом, смотрителем Чертковки Николаем Федоровым, другом Толстого и философом. Циолковский писал, что встречу с Федоровым он считает счастьем, и тот заменил 17-летнему Константину университетских профессоров. Федоров советовал книги, делился своими идеями и взглядами на жизнь. Он считал, что в будущем люди станут космическими механиками, химиками и физиками и преобразят Солнечную систему. Константин внимательно слушал. Самообразование шло вовсю. Он открыл для себя работы Менделеева, ставил опыты и эксперименты, которые должны были решить ряд ключевых вопросов. Как воспользоваться энергией движения Земли? Можно ли пустить поезд вокруг экватора, пользуясь магнетизмом? Как построить металлический аэростат для плавания по воздуху? Конечно, высшая математика занимала его более всего. Она необходима была для расчетов осуществимости его многочисленных проектов. Когда через 3 года, на которые была рассчитана отцовская поддержка, он вернулся в Вятку, его не узнали, так он исхудал. Впрочем, решительности ему было не занимать. Он решил давать частные уроки и стать репетитором. Мгновенно стало ясно, что у него настоящий педагогический талант. Слух о долговязом учителе, который очень доходчиво объясняет алгебру, геометрию и физику с химией, разнесся по городу. К нему выстроилась очередь из учеников. В 1877 году Эдуард Циолковский вышел в отставку, и всей семьей они переехали в Рязань. Там Константин сдал экстерном экзамены на звание учителя и сдал блестяще. Преподавание станет его основной работой на всю жизнь. Через 4 месяца его назначили учителем арифметики и геометрии в Боровском уездном училище. В январе 1880 года 23-летний Константин Циолковский приехал в Боровск, центр русского старообрядчества. Сюда, к месту гибели боярыни Морозовой и ее сестры княгини Урусовой, постоянно шел поток паломников. В Боровске Циолковский провел 11 лет, преподавая арифметику, геометрию, временами вел черчение, рисование и историю с географией. Циолковский, правда, был замечательным учителем. Он придумывал задачи, где сражались козы и зайцы. Ежи считали заготовленные на зиму яблоки, белки копили орехи, а мыши складывали горох. Константин Эдуардович никогда не повышал голос на учеников и не ставил двоек. Его уважали и любили ученики, так интересно он умел рассказывать. А Циолковский построил мастерскую и в ней проводил опыты по физике, а еще запускал удивительных воздушных змеев. Тут же в Вятке он прочел начало Ньютона и на всю жизнь сделался его поклонником, а еще нашел множество сходных увлечений в характере и детских увлечениях Ньютона и самого себя – машинки, замысловатые механизмы, тяга к науке и самообразованию. А по вечерам читал, конструировал и занимался наукой. Как и Ньютон, он забывал о сне, еде, прогулках. К счастью, ему удалось снять комнату в доме священника Евграфа Соколова, у которого обеды для всех готовила дочь, бесприданница Варя. Циолковский быстро решил сделать предложение. К сожалению, брак не стал счастливый. Ученый женился без любви, надеясь, что жена не станет отвлекать его от работы, а поможет устроить быт. В общем, это было чисто практическое решение.
Помимо преподавания, именно в Боровске Циолковский полностью осознал проблему, которая интересует его более всего – космические полеты и воздухоплавание. В 1983 году им была написана первая рукопись на космическую тему «Свободное пространство». В ней он предложил использовать для полета в космос полые стальные шары, которые в пространство выстреливает специальная пушка. Довольно быстро его стали считать сумасшедшим изобретателем. Продолжая заниматься расчетами возможностей межпланетных путешествий, Циолковский загорелся одной идеей – цельнометаллический дирижабль. Расчеты его движения, математические формулы, позже они станут известны как формула Циолковского, число Циолковского, занимали почти все его время. Кроме того, он занимался механикой движения, теорией газов и строением Солнца. После того, как в Русское физико-химическое общество стали поступать работы глухого учителя-изобретателя из Боровска, к нему постепенно приходила известность. С ним захотела познакомиться Софья Ковалевская, но Циолковский, стесняясь своей глухоты, не ответил на предложение о встрече. А вот когда профессор Столетов пригласил его в Москву выступить с докладом о разработанном им дирижабле на заседании общества любителей естествознания, то он не отказался. Доклад прошел блестяще. По возвращении в Боровск дом учителя сгорел со всеми рукописями, книгами и приборами. Спасли только детей. Циолковского охватило отчаяние, у него началась депрессия. Но он сумел восстановить все расчеты и отправил статью и проект дирижабля Менделееву, но тот его не одобрил. И все же отправил работу молодого ученого в воздухоплавательный отдел Русского технического общества, где его ждал отрицательный отзыв экспертов. А Циолковский доказывал и доказывал свою правоту. Покупал металл, гофрировал его и продолжал строить макеты, рассылая корреспонденции и убеждая проверить расчеты и выслушать его доводы. А денег по-прежнему не было. Чтобы заниматься в таких условиях изобретательством и наукой, нужен был героический энтузиазм, и он у Циолковского определенно имелся. В конце концов, в 1891 году его проект аэроплана, отправленный Николаю Егоровичу Жуковскому, получил благожелательный отзыв. В отличие от конструкторов и изобретателей своей эпохи, Циолковский не раздумывал над аппаратами с машущими крыльями, а предложил модель аэроплана в виде застывшей парящей птицы. Помимо аэроплана и дирижабля, он занимался аэродинамической трубой, которую назвал воздуходувкой. Сегодня она применяется в экспериментах с моделями самолетов, машин, вертолетов, ракет, космических кораблей и даже подводных лодок. В 1892 году по личной просьбе директора народных училищ Калужской губернии Циолковского, одного из способнейших и усерднейших преподавателей, перевели в Калугу. Боровск устроил ему отличные проводы, хор мальчиков исполнял гимны, провожали его всей школой. Когда Циолковские приехали в Калугу, они не знали двух вещей, что останутся тут навсегда и прославят этот город. В женском епархиальном училище Константин Эдуардович преподавал не только арифметику и геометрию, но и физику. Он рассказывал девушкам о воздушном и безвоздушном пространствах, летательных аппаратах. Проект разработанного им устройства он отправил в Императорскую академию наук с просьбой о выделении ему средств на продвижение опытов по изучению сил сопротивления при движении и впервые получил материальную поддержку – пособие в размере 470 рублей. Он тут же соорудил более мощную воздуходувку, которая заняла весь его кабинет целиком. В 1995 году вышли «Грёзы о земле и небе» – сборник научно-фантастических очерков Циолковского, опубликованный друзьями. В рецензиях писали: «Не лучше ли было бы досужему литератору не заниматься бесплодными грезами о небе, а взглянуть на землю и посвятить свое вдохновение мирским делам, например, взяточничеству, непорядкам на железных дорогах или неблагоустройству мостовых и тротуаров».
а Константин Эдуардович начинает работать над своим классическим трудом «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В нем были проведены математические расчеты и научное обоснование полета в космос. Трижды статья получила отрицательные отзывы и один раз уничтожающий. Одна редакция вернула рукопись только после троекратной просьбы. В Калуге же у Циолковского появились и замечательные друзья. Они поддерживали его многие годы. Писатель и краевед Василий Ассонов, местный аптекарь и энтузиаст наукой Павел Каннинг. Они материально помогали семье ученого, издавали его книги и пропагандировали его статьи и брошюры, рассылали письма. В 1917 году Циолковскому исполнилось 60 лет. Он с надеждой на изменения приветствовал большевиков, веря, что они принесут народу всеобщее образование, бесплатное лечение и уничтожат эксплуатацию человека человеком. Но жизнь и прекраснодушные надежды разошлись. Придя к власти, большевики реквизировали у Циолковских корову, кормилицу семьи. Подступил голод. В 1918 году Циолковский написал в Социалистическую академию общественных наук письмо с просьбой принять его в члены соревнователей. Он написал, что его философско-социологические выводы совпадают с идеологией нового мира. Однако в 1919-м изобретатель был арестован Калужской ЧК и отправлен на Лубянку. Оказалось, что он переписывался с летчиком из Киева, который восхищался его проектом металлического дирижабля. Этот летчик легкомысленно написал кому-то, что Циолковский знает больше многих о положении на фронтах гражданской войны. После двух недель, проведенных в камере, Циолковского вызвали на допрос. Как пишет он сам в мемуарах, отнеслись к нему внимательно и без предубеждений. Циолковский заявил, что всю жизнь работал для народа, и его отпустили. В 1932 году была создана группа изучения реактивного движения, а в 1933 под руководством Сергея Королева были произведены запуски жидкостных ракет конструкции Михаила Тихонравова и Фридриха Цандера. Королев, Тихонравов и Цандер считали себя учениками Константина Эдуардовича. В эти годы Циолковским начинает интересоваться весь мир, его слава становится международной. 75-летний юбилей изобретателя в 1932-м отмечала уже вся страна. Его поздравил Горький, чествовали в Калуге. Сам юбиляр растерянно написал в мемуарах, что ему совестно. Он не пахал, а был учителем и вычислял странные вещи, правда, работал изо всех сил. «Мне совестно. Я ни одной науки хорошо не знал. Я знал понемногу все, а математику я знал настолько, насколько она была мне нужна для разрешения всех вопросов, которыми я занимался. Теперь я нахожусь в сомнении, заслуживаю ли я того, что сейчас вижу». Ученого наградили орденом Трудового Красного Знамени и значком Осавиахима. Его он тоже не без гордости называл орденом. Жить ему оставалось 3 года.